А вот мы сейчас в лесу Арконском, и тут такая вот башня. Заброшенная. Да, конечно, такая она. Посмотрите. Массивная. Не очень, наверное, хорошо видно солнце. Вода капает. Ого, там воды куча. Ой, и комаров. Обалдеть. Ой, комаров, конечно. Море. Я так понимаю, ну, что это было? Типа вид города. Осматривать. Немцы построили. Ого, жутковато. Тишина и капает. Смотрите, какая вежа. Ну, конечно, еще немного и она полностью развалится. А вокруг вообще леса бескрайние. А вот смотри, был даже какой-то постамент. Два человека, типа женщина и ребенок. Без головы. А вот остатки немецкого величия. Вы посмотрите, какие ступеньки, ведущие к этой башне. Просто в центре леса, глубокого причем. Тут вокруг везде лес. Просто везде. И даже в самом лесу есть спортивная площадочка, видите? Класс. Тут мы как раз свежий идем. Вон лес бескрайний. Очень много велосипедистов. Просто люди гуляют. Вот так вот. А вот как раз информация по поводу этой башни. Вот видите, какая она была. Обалдеть. И еще был вот такое было лесничество в 1917 году построено. Но, правда, в 2007 уже вот такие вот руины остались.